Привет, маленький. Наконец-то я нашел тебя. Всем привет, дорогие друзья, с вами Шиморо, и мы продолжаем Fallout 4. Будем проходить наше эпичное приключение. Ну что же, я нашел свою собаку, которая была, оказывается, у меня вот здесь, ребята. Посмотрите, какая ситуация. Я отправил ее в Century Hills, но никак не мог ее найти, ребята, с конца прошлой серии. И вот, наконец, мы добрались до этого вот домика, который находится на окраине поселения. Кстати говоря, надо бы его пролутать. И вот он здесь у нас в будочке припрятался. Пойдем, пойдем, псина. Недоуменно скулит. Пойдем, мне в тебя нужно еще креолятор засунуть. Либо мы его сейчас проверим, кстати, креолятор. Давайте, наверное, в него пока засунем. Пойдем. Да, все, псина у меня. Надо бы эту будку, ребята, разобрать, чтобы у нас не было больше таких вот проблем. Будку разберем и миску тоже, чтобы его больше не манила эта фигня сюда. Ну и тут же сейчас разберем все, что нам нужно и не нужно. Тут у нас есть много дровишек в этом доме, соответственно, надо бы это все разобрать. Почитал, ребята, ваши комментарии, да, спасибо вам за советы. По поводу сортировки инвентаря и разборки предметов, то, что их можно автоматически разбирать, я уже не раз говорил, что знаю, что в мастерской можно это, в принципе, сделать, что предметы берутся автоматически. Ну, не знаю, у меня какая-то привычка, мне хочется разбирать вещи на земле. Об этом я уже говорил несколько серий назад, в принципе. Так, а это что такое? Капитан... Ух ты, пасхалочка, ребята. Капитан Космос, смотрите, какая-то. Какой-то баннер на кинофильм, ведь Капитан Космос, лол. Жесть какая. Я бы на такой фильмецкий не пошел, точно. Ладно, песик, давай сейчас разберем здесь текстиль. Может быть, здесь что-то есть еще под... Нет, ни черта нет. Ну ладно, давайте поразбираем. Картинки всякие здесь, смотрите, баночки, скляночки. Это тоже не нужно. Плитки разберу, холодос разберу. Вот это все разберу, все это нам понадобится. По поводу минитменов. Да, я тоже читал, опять же, от вас, ребята, что по прохождению минитменов можно добраться в какой-то замок, да? И в этом замке уже... Ух ты! А нахрена нам здесь такая хибара, ребята? Разбираем ее. Что может добраться в замок, если проходить по квестам, и там будет множество различных плюшек. Но пока мы туда, ребята, не пойдем. Пока туда не... Не пойдем... Hey, chat, motherfucker. Патрон калибра 38, посмотрите, просто здесь валялся на земле, я его не выкидывал сюда, кстати. Давайте, да, разбираем, дочистим здесь. Кстати, вот здесь вот получается край поселения. В принципе, этот край поселения можно им здесь и воспользоваться-то, по идее. Можно было закрыть проход прямо здесь, то есть... Не нужно было огораживать, хотя вот там вот пустошь нужно было бы все равно огородить. Не знаю, может быть, огородим потом здесь. Но мы сейчас не застраиваем, конечно же, это поселение. Давайте возьмем стопку, потом в хлам все скинем. Здесь у нас приготовление пищи, которое нужно перенести, кстати говоря, туда, подальше, там, где мы строимся. И там же я нашел, пока бегал химлабораторию. Ну, давайте мы сейчас закончим здесь вот это все дело, ребята, разбирать. И сегодня пойдем по миссии по чипу. По молекулярному чипу, по миссии, которая является основной и не от братства. Так, вот здесь я сделаю костерецкий, пускай будет. И туда еще раз сбегаем сейчас. Да, разбираем все, что нужно. Надеюсь, там интересная миссия. Ну, вообще, они все интересные на самом деле. Мне интересно, что там будет дальше, конкретно по этой сюжетной линии. А по поводу минитменов, да, хотелось бы, ребята, сходить. Хотелось бы попроходить, узнать, что там у нас за замок такой интересный. Но у нас еще много времени в этом плане. Да, вишневая ядерная кола. Можно еще много чего поделать. Чувак, перестань ко мне приставать. Перестань ко мне приставать, Студжерс. Займись лучше поселением. Почему я им занимаюсь? Почему ты ничего не строишь сама? Вот так вот. Так, легкий чемодан, посмотрите, ребята, нашли. Интересно, что внутри. Что-то интересное внутри у нас будет. Будет что-то интересное внутри. Пистолет, патрон, коричневый костюм. Это неинтересно, ребята, абсолютно. Это неинтересно, это все мы сейчас разбирать будем. Стекло, лампа, сталь, дерево. Интересно, а вот оружие, которое находится внутри чемоданов, оно разбирается или нет? Вот это до безумия интересно на самом деле. Такое ощущение, что нет. Ребята, а стул под ним разобрать нельзя. Было бы угарно, если бы это разработчики в другом... по-другому продумали немножко. То есть он здесь посидел, и я под ним тут же разобрал. Так, вот это все тоже разбираем.
Много всяких здесь мелочей, которые можно разобрать. Вон, пожалуйста, пластмасса, просто халявные бочки, всякие дрючки. О, еще одна будка, в которой может у нас собака притаиться. Этого мне не нужно, ребята. Я замучился пса искать, потому что пес у нас, видите, какой убегающий. Сталь, болт, резина. Так, хорошо. Ну все, здесь мы вроде бы все разобрали, ребята. Сейчас будем забираться в наш бронекостюм с вами и пойдем на приключения. Пойдем на приключения. У нас еще много чего, конечно, здесь нужно разбирать. Там химлаборатория, кстати. Сейчас покажу, ребята, где спрятано. А, я думаю, кому-то будет полезно. Так, давайте сохранимся. Ну вот еще дом, который нужно было бы разобрать. И вот на химлаборатория. Ладно, давайте, ребята, зайдем, разберем, посмотрим, что здесь есть. Сначала зайдем так, прочекаем на всякий случай. Может быть, здесь что-то полезное есть. Ух ты, а здесь... А че это ты не здесь? А чё это мы Ник здесь сидим? Ник, тебе здесь больше нравится, чем где-то в другом месте? И еще всякие постеры, да, желтая шляпа. Ух ты, а вот это интересно, желтая шляпа. Я ни разу не видел, по-моему, желтый шляп, но тем не менее. Давайте, давайте разберем это дело. Посмотрите, какой здесь завал, ребята. Какой жесткий здесь завал. Здесь прям комната захламлена очень сильно. И Ник у нас здесь сидит. Стол с компьютером разбирать не буду. Вот лампу разберу. Интересно, а если разобрать стол, компьютер исчезнет с ним? Да, скорее всего, исчезнет с ним. И мы так и не узнаем, что там находится внутри. Пистолет на сталь разбираем здесь. А, толканчик. Здесь вот это все разбираем. Вот эту всю гадость тоже разбираем. А, очень много всякой здесь мелочи. О, они здесь прям тусят в этом доме, ребята, посмотрите. Чувак, что ты здесь скучаешь? Сидишь на пустом, за пустым столом. Ничего вокруг нет. Никто, видимо, на вас не нападает, да, сладкие мои? Вам тут хорошо живется, как я понимаю. А, ребята, смотрите, просто делать нечего. Пришел, сел. Нет, чтобы там... Надо назначить кого-то на пост уже. Может, там пружина вон была. Может, Валентайна назначить куда-нибудь. Пускай уже работает, я не знаю, чем-нибудь займется. Очень много трэша всякого. Так, ладно, хорошо. Не все мы разобрали, но еще успеем разобрать. Сейчас задача, в принципе, пойти вот сюда, забрать вот эту штуку и переставить также туда, где мы с вами живем, к нашему основному месту жилища. А наше основное место жилища находится вот здесь. Так, хорошо, доносим. Доносим и сейчас пристроим куда-нибудь. Так как у нас здесь верстачная крафтильная, пускай химлаборатория стоит тоже где-нибудь вот здесь. А это удобно, ребята, посмотрите, это очень удобно. Давайте мясные блюда приготовим. Жареный ротолейн, дутень пускай будет. Отбивные, мясо гончей мутанта, собачатина, ребра яугая. Посмотрите, это все можно приготовить, ребята. Стейк из гнуса, из когтя смерти. Еще и экспириенс получаем. Филе жалокрыла. Отлично, напитки. Очищенная вода. Две очищенные воды взяли и получаем уровень, ребята. Супы, мясные блюда, выйти. Получили мы уровень, ребята. Получили уровень, думаем, будем... Буду как прокачиваться. Так, давайте посмотрим сейчас. Давайте продумаем, как мы будем прокачиваться. Это очень важно. Так, здесь ловкость у нас, здесь дуэлист. Здесь у нас халявщик. Халявщик больше двух я качать не буду. А фанатик оружия вы можете использовать в модификации. Вот, фанатик оружия меня интересовал для того, чтобы делать модификации. Так, все по плану, ребята. Давайте посмотрим, какие модификации мы можем с вами сделать. Меня интересует как раз мой карабин. Так, штатный магазин. Вот большой магазин уже могу сделать, да? Коллиматорный прицел, точка. Но здесь фанатик оружия 4 уровня нужен. Большой штык я вешать не буду, но пока ничего, ребята. Пока просто прокачиваем. Здесь фанатик оружия уровень 3, и мы уже сможем сделать с вами для него, смотрите, такую вот штуку. А ствол... Ствол. Облегченный длинный ствол. То есть можно уменьшить вес пилюльки, да? Полированный короткий, полированный длинный ствол. Увеличивается цена, что ли, только, лол? А, в чем фишка? Но для красоты, понимаю, да. Креолятор там ничего не нужно нам. О, к властелину. К властелину ничего не нужно сейчас делать, в принципе. А, у нас вот короткий оптический прицел, а здесь средний оптический прицел.
Большая кратность, нет, нам как раз короткий прицел хватит. Дульная насадка, вот. Урон повышается, смотрите. Зато меткость уменьшается. Причем меткость уменьшается в два раза, ребята. Нафиг так надо. А здесь увеличивается дальность. И увеличивается вес. Интересно, интересно. Ну, конденсатор стандартный, понятно. Ствол. Ух, какая штука. Ай, дэмэдж уменьшается, ребята. Ствол для автоогня. Короткий ствол. Вот такой ствол нужен. Или вот такой вот, улучшенный снайперский. Необходим уровень 2 наука. И оптического волокна много. Да, наверное, нужно улучшать улучшенный снайперский ствол сюда поставить на самом деле. Но пока у меня не так много батареечек, поэтому не знаю даже. Пока походим так, ребята. Пока все по плану у нас. Соответственно, будем двигаться так. Давайте посмотрим. Нам нужно вот это вот задание. Нужно провести анализ чипа охотника, молекулярный уровень. И надо вкачать науку будет следующий. Провести анализ чипа охотника, это вот здесь как раз, да? Погнали, ребята. Погнали на приключение. Пустошь ждет. Пустошь ждет. Будем жопы сейчас рвать на миссии. Надеюсь. Надеюсь, жопы рвать будем. Так, сохраняемся и идем по карте. Идем по карте. Это значит у нас... Провести она рядом здесь, с добрососедством, ребята. А, подождите, рядом здесь. Это там, где девушка, там, где сидит Ирма. Най-на-на-на-най-на-на-на, Ирма. Да-да-да, там Ирмочка сидит у нас внутри. Блондинка. Видимо, там, да, сейчас отведем доктору чип, проанализируем, видимо, в воспоминания его войдем, либо еще что-то, довольно интересно будет посмотреть. Поэтому пошли, ребята. Заряда у нас... Эй, привет, братан, да. Здесь еще есть робот, кстати, торгаш. Можно с ним поработать. Мне про тебя рассказывали. Это же тебе удалось спасти Рекса Гудмана от супермутантов. Видать, не всем нравится творчество Шекспира. Да, это точно. Это точно. Это мне удалось, братан. Мы его спасли как надо вообще. Посмотрим, посмотрим. Мне интересно, что за воспоминания там. Довольно интересно должно быть. Вот она, Ирмочка сидит. Привет, док. С возвращением, светящееся море, Вирджил, что произошло? Помощь времени. Нет времени. Некогда объяснять, мне нужен код из чипа охотника. Чип охотника? На вас напал охотник? О, господи, это я на него напал, родная. К сожалению, тут я не смогу тебе помочь. Я работал над многими синтами, но над охотником ни разу. Я даже не знаю, что это за чип, а уж расшифровать его... Бла-бла-бла. Но я знаю людей, которые смогут. У меня есть выход на одну организацию, скажем так. Из всех, кого я знаю, только у них есть шанс взломать систему безопасности института. Их группа называется «Подземка». Спасибо, доктор. Как мне их найти? Я не могу с ними связаться, обычно они сами меня находят, когда к ним попадает очередной синт, сбежавший из института. Но я знаю кодовую фразу, своего рода пароль на тот случай, если мне понадобится их разыскать. Следуй по пути свободы. Я их найду. Давайте, ребята, четко и ясно отвечать на вопросы, правильно? Удачи, мне жаль, что я больше ничем не могу вам помочь. Надеюсь, у вас все получится. Хорошо. Надеемся, что у нас все получится. Надеюсь, у нас на карте метка стоит, чтобы у нас все получилось, ребята. Что нам сюда нужно идти? Найти подземку, провести анализ чипа охотника. Хороший, хороший вопрос. Найти подземку. Мне кажется, там, да, получается, где тренировочный лагерь. Ну, как бы метка показывает туда, значит, там. Другого варианта не вижу, давайте попробуем это сделать. Ну, блин, странно, странно, странно. Криолятор, криолятор, кстати, в собаку, ребята, не пропихнул. Надо будет запихнуть в собачку криолятор. Интересно. Не так-то все просто, оказывается, как на первый взгляд было, ребята. Надо бы продать еще, да, весь хлам. Но я, в принципе, продаю все, что мне не нужно. Крышек побольше нужно, потому что всякие гаусс-винтовки и прочее еще находятся в продаже. Национальный гвардии. Кто здесь?
Тихо-т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 их
подожди. Тихо-тихо-тихо-тихо, гуляшка, ребята, здесь бегает. Сейчас мы ему имбальничек будем бить. Эй, где ты, блин? Гуляшка. Получи в лицо. Да дэнч. Вот это да, вот это разлетелся по красоте. Хорошо. Понял вас. Понял вас, родные. Ни к чему, ни к чему. Паника ни к чему, дорогие мои друзья. Так. Ну почему пес не может его доесть? Я не пойму. Там так чуть-чуть совсем урона нужно было нанести. Мог бы доесть уже, блин. Но пес хорошо отвлекает на себя внимание. Тут, конечно, надо отдать ему должное. Если бы ребята не отвлекал хорошо внимание, не было бы все так классно. Здесь, кстати, есть склад, который мы с вами так и не вскрыли, вон там. И почему турели снова возродились, которые я уже здесь убивал-то, в принципе? Почему мне показывает вот сюда? Давайте заберемся, посмотрим. А, очень странно, почему мне показывает сюда, ребята? Подземка. Но я уже здесь был, ребята. Мы здесь были по миссии братства. Что-то я не понял сейчас, ребята. Куда меня крутит судьба? А, сюда я пройти не могу. И явной точки нет. Может быть, ну, следовало поговорить? А, молекулярный уровень. Это очень интересно, потому что... Здесь вот как раз это здание нам нужно. Но в это здание просто так не попасть, только с той стороны, видимо. Ну давайте пройдем. Вот так вот. Развались нахрен. Ну давайте пройдем еще раз, ребята, посмотрим. Давайте пройдем еще раз, зайдем внутрь. Вербовочный центр. Мне интересно, почему турели восстановились. Как будто их кто-то восстановил. Я не знаю, это по плану, либо это не по плану, но турели почему-то оказались восстановлены. Да. Да, ребята. И мне внутрь его как бы сюда не нужно было идти. А это очень интересная путаница на самом деле. Это безумно интересная путаница. То есть мне получается нужно все-таки попасть вот в это здание с внешней стороны. И то это... Это получается не по заданию. Мы не будем сейчас терять времени, ребята. Я в любом случае... Там вот лифт какой-то меня интересует. Давайте к нему еще подойдем. Лифт это или не лифт? Показывает вот сюда. Но сюда я вход, доступ получить не могу, потому что здесь терминал открывает изнутри. Возможно, что-то здесь есть. Возможно, нет. Эту штуку тоже мы вскрыть не можем, но турели были восстановлены. Да, это я взломать не могу, потому что очень сложные замки взламывать не получается. Много-много-много. Нет, это никакой не лифт. Здесь ни хрена нет. Мы здесь никак и никуда с вами не попадем и не войдем. Все понятно. И информации никакой нам не дали, ребята, с вами. Дополнительной. Хорошо. Первый шаг. Цех Корвега. Помочь разведчикам братства. Это мы сделали уже. А, вот что мне нужно. Хотя нет, подождите. Пропавший патруль, квартирмейстер. Сейчас пойдем в другое место, ребята. Потому что я не могу найти зацепок. Я не могу найти зацепок, кроме этой. Почему эта точка отмечена? Удалить мне. А, это моя же метка. Ёлки-матрёлки, ребята. По своей же метке пришел, совсем забыл. Да. Это все сделано по моей меточке. Так, хорошо, ребята. Если у нас... Такая проблема, значит, нам нужно идти сейчас в другое место. Во-первых, давайте отправимся в Сенчури. А, в Сенчури. Да. По своей метке пошел. Почему метка стоит? Я просто метками этими не пользуюсь, ребята. То есть я практически не ставил их сам.
А метка-то заполненная у нас получается квестовая, да? А эта меточка идет просто так. То есть я ее случайно когда-то поставил, и она у меня здесь осталась, по идее. Но вы заметили, ребята, да? Турели реснулись. А, то есть я пришел на ту же локацию и снова смог отстрелить турельки. То есть если бы мне нужны были патроны определенного типа, я могу так их фармить, как я понимаю. Здесь у минитменов. У минитменов можно взять дополнительное задание. Можно пойти по пути братства. Можно обратиться к Пайпер. А можно обратиться, кстати говоря... Так, а можно обратиться... Давайте искать, ребята, зацепки. Это безумно интересно. Можно обратиться сейчас к нашему пацану Синту. Он же сыщик. Может быть, у него есть какой-то вариант. Я не знаю. Он там вот сидел у нас. В компик шпилил. Вот. Эй, Валентайн. Нам снова пора в дорогу, не сейчас. Не сейчас. Подожди, а поговорить с тобой еще все, что ли? Это варианты только обмен, пошли и отправишься со мной? Чувак, мне нужно поговорить, мне нужна информация. Ребята, дайте мне инфу. А инфу никто не дает. Надо было расспросить лучше доктора, наверное. Нет, хотя фиг его знает. Блин. Отлично, найди путь. Наверное, со мной свяжутся сами, ребята. Хорошо, не будем на этом зацикливаться сейчас. Здесь у нас живет Мерси Лон. А, здесь у нас этот... Цинзюн Лон нам не нужен. Струджерс. Струджерсом мы сейчас поговорим и не будем обмениваться. Всех разбудили, ребята, не время спать. Давайте, теперь мы защищены, молодец. Больше для тебя работы нет. Престон вроде... А, Престон. Так, Пайпер спит. Кровати у них есть. Где Престон-то ходит? Здесь ковбой у нас должен ходить где-то. Престон. Матушка Мерфи, вечно обдолбанная. Моя энергия, мы здесь жили, хватит меня читать. Так, это мне не нужно. Моя энергия? В каком смысле? Я же тебе говорила, малыш, я видела, как ты вылазишь из ледяного короба. Я знаю, как тебе больно. Этот мир не твой, но тебе никуда из него не деться. Интересно, что она долбит такое, ребята? Дар поможет тебе, малыш. У него всегда есть ответы. А ты только принеси мне дозу винта. Понятно, что долбит. И тогда я узнаю. На. Так ты тоже не прочь иногда покайфовать? Этого хватит. А теперь позволь мне улететь высоко-высоко. Туда, куда унесет меня дар. Сука. Вижу, как тебе тянутся руки. Всем нужна твоя помощь, малыш. Все хотят донести до тебя свою правду. И хочешь ты того или нет, тебе придется решить, кому остаться жить в содружестве, а кому нет. Фу. Ого, что-то я совсем вымоталась. Теперь мне надо отдохнуть, малыш. Я понял. Где Престон? Где Престон, ребята? Престон должен был ходить здесь. В своем ковбойском обличии. С большой пушкой. Эй. Чувак, где Престон? Давайте найдем, ребята, Престона и как раз повыполняем миссии минитменов, которые я хотел повыполнять. Вон он ходит. А мы ковбой. Иди сюда, ковбой. Следи за своим оружием. И оно тебя не подведет. Эй. Что? Need something? А что с ним не так? Stay sharp. Don't let your guard down. Another day in the Commonwealth. А Престон мне не дает миссии, ребята, представляете? Он постоянно занят, видите? А, понятно. Здесь мне никуда не дадут пройти, ребята. Понятно, здесь мне никуда не дадут пройти. Раздобыть тактильный привод квартирмейстер. Так, это не то. Давайте смотреть. Цех цепочки, это не то. Забрать у доктора, это разная дорога. Идти дальше по пути свободы. Отличное задание, которое тоже у нас ни к чему не ведет, ребята. У нас тут небольшой тупичок с вами. Но мы этот тупичок сейчас, ребята, будем преодолевать. Да? То есть единственное, что мне можно закончить сейчас задание. Найти подземку никак не могу найти, к сожалению. На карте меточек у нас абсолютно никаких нет, да?
Точно никаких. Точно, абсолютно никаких, ребята. Меточек нет, но, видимо, со мной свяжутся, либо что, я не знаю. Ладно, проверим на это предположение лишь. Осмотреть спутниковую. Вот. Вот сюда вот мы с вами сейчас сходим и добьем супермутантов, которые там есть. Давайте смотреть, давайте ловить задание. Может быть, еще раз нужно будет сейчас сходить в добрососедство и там уже позаниматься чем-то. Ладно, давайте смотреть. Почему-то, видите, тупик получается какой-то. Это очень странно. Может быть, можно было получить больше информации, если бы я поговорил с ней. Ну, давайте сейчас. Сейчас повоюем, потом пойдем поговорим. Мне кажется, будет логичнее. Это очень интересный тупик, ребята. Прям завели так жестенько. Надо было больше, наверное, информации получить. Я просто напрямую привык спрашивать. И всегда получалось. А в этот раз что-то не получилось. Ладно, посмотрим. Все-таки должны же нам какие-то зацепочки-то дать вообще. Надо больше слушать было. Ладно. Хорошо. Да-да-да, я вернулся, ёпта. Я вернулся херачить вас, ублюдки. Выходи по одному. Да-да-да-да, это я. Это я. Ракетницу в жопу себе засунешь. Точнее... Я высуну из твоей ракетницы и засуну в тебя ее, сучонок. Они все резнулись, посмотрите, ребята. Все, что я убивал тогда, пока зона не зачищена была, они все резнулись. Видите, ребята, какая фигня. Здесь еще херня, трутни всякие летают. Вот это эпик. Где еще? О, я знаю. Помните, ребята, у меня была вот такая вот пилюлечка. У меня была вот такая вот пилюлечка, которая нам нужна была с вами. Нам нужна была с вами... Где-то здесь, ребята, пилюлька моя любимая. Вот она. Вот теперь я с тобой повоюю, супермутантище. Бодунч. Все, что ли? Баданч. Нихрена ж себе отдачка, ребята. Ни хрена ж себе отдать. А этот с кем там воюет, лол? Давайте задерживать дыхание. Да, там супермутант-бестия. И эта пушка, ребята, так не дамажит, как хотелось бы. Ой, там... Там вертолет братства! Пацаны! У-ху! Вот это я понимаю. Вот это эпик, ребята. Вот это эпик. Нет. Я понял вас. Это пилюлька, ее нужно нафиг разбирать. Мне эта снайперка. Что-то как-то, ребята, вообще не очень, честно. Что-то как-то не очень. Как по мне, моя снайперка значительно бодрее. Моя пушка, точнее. Мясо гончие забираем. Братство мне помогает, слава тебе, Господи. Сейчас подстреливаем бомжей, которые здесь находятся. Вот так вот. Наравне, да? О, мясник, ребята! Супермутант-мясник. Ты чё, мою собаку бьёшь, что ли, сука? Отлично. Как можно промазать 4 патрона, блин, находясь в 2 метрах от чувака просто? Так, тихо, спокойно. Спокойно, я смогу это сделать, ребята. Насандаливаем в него, насандаливаем, сладенький. Хорошо, экспириенса получили. Это да, пусковая установка. Супермутант-бестия. Так, кто там еще? Вижу множественные цели, ребята. Так, еще вон лазеры, видите, ребята. Надо будет это все облутать. Здесь вкусненько, в принципе. Местечко такое вкусненькое. Патронов много, правда, трачу. Кто-то еще что-то сказал. Кто-то сказал... Сказал, ребят, слышали, да, такой? Сука. Видимо, умирает, ребята. Умираючи. Здесь должно быть радиосигнал, насколько я понимаю. Сигнал бедствия. Вот. Сигнал бедствия где-то здесь. Мы сейчас найдем как раз по сигналу бедствия. И там уже разберемся. Дрыны всякие здесь. Разбомбили мы. Разбомбили, конечно, мутантов. Это вот, по-моему, под вот этой вот той тарелкой, точнее, которая подальше тут. Но здесь нужно чекнуть вообще, что здесь есть. Потому что у них всегда патроны, ребята, есть. Вот чё-чё, а супермутанты, конечно,
молодцы в этом плане. У них всегда есть снаряга, которая нам нужна. Вон патроны калибра. Ну, не так много патронов. Руководство по тайным операциям США. Вот так вот. Отлично. Ладно, все, идем тогда дальше. Пойдем, маленький. Накидали нам с тобой здесь, накидали, я понимаю. Я понимаю. Так, 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 так. Ровер стейк из рад скорпиона. Блин, сколько же очков здоровья они восполняют, что это просто жесть, ребята. Сколько же очков они восполняют. У меня столько всего. Филе. Ладно, пускай много-много-много здоровья. Ладно, пошли, ребята. Батареек у нас не так много, правда. А мы их все тратим и тратим. Может быть, уже стоит снять броню и пока в ней не ходить вообще. Хотя фиг его знает. Так, сигнал. Сигнал был вот здесь где-то. 91. Так, вот этого нужно почекать. 80. Но мы сейчас наверх заберем. Здесь мы заберемся. Здесь может быть много чего интересного. Это надо пройти, это надо посмотреть. Здесь вон все калибры, посмотрите, патроны. Цепи супермутанта. Но я такое, наверное, не одену на самом деле. Цепи супермутанта. Такое говно. Вы видели, да, по защите, ребята? Ужас какой-то. Просто гадость. 87. Где-то здесь трупешник должен валяться. Сейчас найдем. Там было 90, да, вот под этой вышечкой. Вот. 90, и посмотрите, падает. Да, хорошо. 88. Неужели здесь? Пес, тихо. Обо что-то ударился, ребят. 91. Что за фигня? Вот здесь, что ли? Да. Именно здесь, ребята. Голозапись скриптора Ферриса. А жетон скриптора Ферриса. Броня скриптора агента. И вот он, аварийный пульсатор. Карабин. Забрали. Стимулятор, очищенная вода, ребята. 10-миллиметровые патроны. И много-много-много-много всего. Так, хорошо. Супермутанты. Супермутанты валяются, ребята. Так, сейчас. Одну секундочку. Я на секундочку отвлекся, ребята. Так, пошли дальше. Дальше, 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 дальше. Мы забрали с вами, значит, нужную информацию. И теперь нам нужно прослушать эту голографическую... Голографическую запись, да. Да, голографическую запись. Теперь нам нужно прослушать. Разное. Чья там голографическая запись была? Елки-палки. Да, Ферриса. Все верно, мы его и слушаем. Так, хорошо. Код от разведбункера, посмотрите, нам дали. Осмотреть бункер. Ух ты. Какой это бункер осмотреть? Ух ты. Ребята, это все веселье только продолжается, ребята. Здесь есть разведбункер, который нам нужно с вами осмотреть. Осмотреть разведбункер. Че, сюда что ли идти? Че за фигня? Жалко, у меня джетпека нет, ребята. Я бы сейчас как взлетел в воздух. Ну вот здесь вот должно же быть, можно выбраться, да? Да, практически выбрались, ребята. Посмотрите, может быть, разогнаться стоит. Вот так вот. Бэденч. Во, можно. Пошли, песик. Пошли, песик, разведаем этот бункер. Крутяцка, ребята, крутяцка. Посмотрите, ух ты. Здесь робот сейчас будет бешеный, я помню. Да-да-да. Здесь робот будет. Да встреляйся ты уже. Отстреливайся, глаза ты, глазницы.
Мастер-храбрец, мистер-храбрец. На смещениях, блин. Весь такой. Биометрический сканер. Сталь нам не нужна. What the fuck вообще, блин? Болотник. У него мясо вкусное, ребята. Понеслась. На тебе, сука. Нехер ко мне подбегать. Болотник что-то еще прибежал. Так, ну вот здесь есть еще одна броня силовая. Которая нам, в принципе, не нужна. Мы заберем с нее ядерный блок. Это все, что нам нужно. И здесь чекнем все. Патроны калибра, чудо-клей, скипидар, столовый нож, комбинированный ключ. Это нам абсолютно не нужно. Заберем здесь радыксы всякие, куча патронов, ребята, кстати говоря. Довольно полезная штука. И идем дальше в бункер. Радиосигнал пропал. Стандартный радиосигнал, это нам не интересно. Вот здесь вот бункер. Вот здесь вот бункер. И вот в него нам нужно сейчас, ребята, с вами попасть, да? А где бункер? Эй! Эй, где бункер? Пропавший, и осмотреть бункер. Идем в бункер, да? А, еще до него не дошли. Кажется иногда, что расстояния такие маленькие, а на самом деле они большие. Блин, постоянно кажется, что на карте не такие большие расстояния, а вот сейчас чувствую, что все-таки да. Все-таки бежать приходится. Так, дальше, дальше. Дальше. Еще дальше пошли. Бункерок где-то здесь у нас припрятан. Бункерок сладенький. Да жесть какая. Что за фигня, ребят? Я, смотрите, я иду и иду, и бункера не видно. Господи, я угай. Давай, биться будешь, я угай. Ну давай, если биться. Шалунишка, я угай. Так, мясо, шкура. Опа, там бомжики, посмотрите, ребята. Какой-то ковбой. С кем воюют-то? Это кто? Искусство. И А, это два синта, ребята. Ты и я. Так, крышка, патрон дробовика. Костюм мусорщика. На, все, этот со мной больше не воюет, посмотрите. Эта тварь носила мое лицо. Я не знаю, кто из вас тварь, ребята, но я иду в бункер. Да, ребята, просто по миру ходишь, и приключений просто безумное количество. Пожалуйста, посмотрите. Тут мистер храбрец у нас сейчас смещаться будет. На смещениях, да, давайте подлавливать. Видимо, в кейсик играл этот робот, ребята, видите? Такой стрейфится туда-сюда, да? Ядерная батарея, вакуумная лампа, сталь. Так, хорошо. Опа! Штурматрон! Внимание, сенсоры обнаружили аномалию. Как эту херню убивать? Вот это силен. Как он коцает, ребята? Где? Где, ребята? Жесть! Жесть. Ой-ой-ой-ой. Ребята, я очень сильно сейчас в панике. Нихера себе. Вы видели, как он дамажит, ребята? Это не просто так. Это не просто так вообще робот. Это не говна какой-то кусок, это силен. Это очень силен, блин. Делаем так. Давай, тебя еще не хватало, сука. Да на тебе. Да сгорайте же, господи, тут легендарный светящийся друтень, блин. Друтень, сука, дутень. Паника, паника, ребята. Не в лапки, пожалуйста, в туловище. Ему похер вообще.
Тут штурматрон, тут дутень. У меня сломался доспех, ребята. Сдохни уже от плазмы. Вот так вот. Охотничий валик. Увеличение урона. Что за херня вообще это было? Сейчас что за троллинг? Электросхема штурматрона, ядерный материал, алюминий, вакуумная лампа. Ребята, что это был сейчас за троллинг? Объясните мне, пожалуйста. Он мне так... Этот штурматрон мне так прокоцал. Это просто жесть, ребята. Так меня никто еще не втыкал. Сразу же рука отлетела. Пусковая установка, ее продать нужно будет, либо разобрать. Это был жесткий, жесткий, эпичный файт, ребят. Но мы это сделали, ребята! Мы это сделали! Еще бы мы это не сделали, да? Карта. И чё? Осмотреть бункер. Я же попал в бункер. Подождите, разве мы оттуда бежали? Да, оттуда. Надо будет чинить броню, ребята. Вот это приключение. Это эпик просто. Это просто эпично. Просто эпично. Единственный момент, который мы сейчас не распознали, это про изучение чипа. Так, ладно. Что охранял-то? Подушка с соломой. Ничего такого интересного сверх. Здесь танк, посмотрите, валяется, да, какой-то? Так, дальше. Бункер где-то там. Надеюсь, второго такого там... Там не будет у нас. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, скелет в воздухе висит, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой. Brain Heart Banks. Там супермутанты. А где бункер-то? Баденч, баденч, тенч, тенч. У меня рука там сломана немножко, но ничего, надеюсь. Тихо-т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 ихо. Понял вас. Сгораем, ребята. Сгораем, ребят, нормально. Вы так, да, решили? А я вам тоже отвечу. А, мне нечем ответить, да? У меня кончились. Господи, да сколько вас здесь? На тебе, родной. Вот мы экспириенса здесь хапнули, ребята. Вот это эпик вообще, вот это разборки. Вот это жесть. Сука, раз, два, еще давай. Еще минус. Где еще-то, блин? Где еще, блин? Где бункер-то, я не могу понять. У меня здесь зона отдаляется, что ли, че? А, он даже вон там, вон разведбункер Тета. Ни хрена ж себе, ребята, нам переть с вами. Ни хрена ж себе. Вот это да. Вот это да, ребята. Нам с вами переть туда, это жесть вообще. Это далеко. Ну, давайте здесь посмотрим, что есть у нас. Задание крутое, на самом деле, вот это. Здесь далеко нужно идти. Месиво мы здесь устраиваем эпичное просто. Ты в толкане, что ли, там болтаешь? Табуби! Табу... Супермутант-мясник, опять же. Сколько мы патронов здесь влили с вами, ребята? Жёстенько очень. Супермутант-мясник. Ох, как мне не нравится это. Да на тебе, Крит. На тебе, Крит, сука. Давай, 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 давай. Не замахивайся, все нормально. Череп. Укрепленный, бронебойный. Что-то там. Ух ты. У меня патронов много еще к нему. Укрепленные бронебойные, какая-то хрень. Ну, посмотрим. Оружейный верстачок есть. Даже можем с вами что-то загрейдить, да, сразу. Крышка, патроны, вместительная боевая броня правой ноги. Это боевая броня? Подождите, я не ошибаюсь. Это нормальная броня. Легкая и вместительная. Это очень странно.
Там еще у нас мутант. Блин, мы пока до этого бункера доберемся, ребята, жесть вообще будет. Бутылка из-под молока. Здесь мы все забрали. Оружейный верстак мы сейчас юзать не можем. Тем не менее, нам нужно идти дальше. Идти в ту сторону, получается. Здесь тоже куча всего. Патроны калибра 45. Это весело. Давайте пока подкопим 45-й калибр. А попользуемся вот этой вот пилюлечкой. Ой-ой-ой-ой-ой. Как много дел. Здесь мы можем перейти сразу речку? А здесь речку и не нужно переходить. Там проход есть. Поэтому пошли, ребята. Давайте слева обойдем. Жесть, 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 жесть. Больно было, больно, конечно. Приключение опасное сегодня, ребята. Я даже не ожидал, что мы с вами столько войны получим. Прям море войны. Эпичненько. Так, нам нужно вон туда идти. Получается, по заданию. Здесь что-то по-любому тоже есть. Везде что-то есть в этой игре. Да хватит уже. Хватит уже, маленькие. Давай, 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 давай. Нифига не коцают, ребята, вы посмотрите. Ну. Вот так вот. Вот так вот, нехер со мной связываться. Сказал я, полуубитый. В полуубитом состоянии, да? Квантовое ядерколо. Стейк сейчас съедим, много хп восполним. Так, шпилька, забираем. Ну это, сука, странная смерть, ребята. Очень странная смерть. Очень странная. Чувак аж выпрямился. Ладно. Идем дальше. Идем дальше, ребята, до бункера. Что-то там должно быть в этом бункере. Что-то интересное, безумное. Пес, веди меня. Пилюлька очень быстро тратит патроны. Я не знаю, нужна она нам такая или нет. Полуавтоматическая. Лучше что-то из нее, может быть, сделать не автоматическое. Потому что, да, строчит она хорошо. Но как-то патрон очень быстро тратится. Ну, нам сейчас добежать, мне кажется, хватит. Красиво здесь, красивенькие места. Еще туман такой. Псина постоянно ищет. Мы с вами, кстати, креолятор так и не попробовали. Надо было на роботе креолятор попробовать. Я на нем плазму попробовал. Так, до бункера туда, да? Бункер Теда. Там много плюшек должно быть вкусненьких. Как по мне. И мы как раз с вами чекаем, получается, верх карты. Неплохо машина залетела в дерево. Бункер Тета. Мы уже близко, ребята. Царит полный хаос и разруха. Дорога смерти. Здесь еще что-то есть? Не, ну пока вроде бы все чисто, да? Никто не нападает, никто не прыгает сверху. Вот и здесь такие засады. Сказал я. Ой-ой-ой, это песик мой. Как же задирает пушку, ребята. И у них лазерные пилюльки. Понял, 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 понял. Сильно они дамажат, ребята, сильно, ничего не скажешь. Где? Где ты, маленький? Почему по псине-то попадаешь? Жри его. Хорошо, сука. Паяльная лампа. Кожаная броня, темные очки, патрульные. Патрульного. Короткий лазерный карабин. Так, давайте возьмем с них. У меня уже руки, ноги отстрелены, ребята, по жести просто. Батарея, это классно. Кожаная броня для туловища. Давайте возьмем ее. Ядерная батарея, стимулятор. Демпферованный, форсированный. Что-то там. Я бы выкинул вот это вот говно, которое у меня. Мама моя, это лучше, чем... Это лучше, чем... Подождите, неужели это лучше, чем... Праведный... Это лучше, чем праведный властелин, но... А, у него удвоение урона.
Так, давайте, ребята, выкинем говнецо. Отлично, ребята. Отлично просто. Это надо распродать. Надо вещи, хлам распродать уже. Одежда, одежда. Братство стали, кожаная броня для туловища. Трешак. Броня скриптора агента. Трешак. Комбинезон убежища 114. Это нам нужно. Желтая шляпа, собачий ошейник. Форма охотника, обручальное кольцо. Ладно, все, идем дальше. Понял, мина. На shift не смог отбежать, к сожалению, ребята. Уже весь перекоцанный в хлам, ребята. Разведбункер Тета. Там у нас была информация, у нас был ключ. Осмотреть бункер. Там прости, ввести код, и вот он, код у нас. Вроде бы с собой, да? Открыть дверь. Замок деактивирован. Открытие дверей. Так. О, еще шаг, и я башку тебе нахрен отснесу. Бомж какой-то, ребята. Кто ты? Кто тебя послал? Как тебе удалось сюда проникнуть? Я хочу поговорить. Успокойся. Я просто хочу поговорить. Поговорить, кто тебя послал? Что ты здесь делаешь? Дедушка какой-то. Сигналы о помощи. Мне удалось найти аварийные маяки твоего отряда. Их голографические записи привели меня сюда. Отряд? Что? Что с ним случилось? Они погибли. Я так и думал. Я пытался за ними вернуться, но я ничего не мог сделать. Я был один. Тебе пришлось через многое пройти, чтобы отыскать меня. Надо бы тебе что-нибудь дать. За эти годы я много чего собрал, технологии, всякая всячина. Если что-то понравится, бери, просто забирай. Вернись в братство. Братство нуждается в тебе, паладин. Тебе пора явиться на базу. Нет, пути назад нет. Для меня уже точно нет. Награда. На этом все? Я живу один, избегая других людей, всех созданий. Что тебе нужно? Могу пустить тебя переночевать, если хочешь. Оставайся. Или попробуй еду. У меня скудные припасы, но что-то там. У меня ничего нет, кроме оружия. И нет, оно мне нужно. Я не могу тебе его отдать. Ладно, прощай. Прощай, говорит, и спасибо. У него, кстати, черненькая красивая броня на теле, ребята. Вот это вот мне безумно нравится. Он безумно нравится. Сейчас мы тебя пролутаем, ты не переживай. Вот, что мне нужно, кстати говоря. Я думаю, тебе не понадобится. Кексы. Стимулятор, очищенная вода. Дедушке ничего не нужно. Смотрите, у него здесь спокойненько такое место. Крышка, патрон, тактический легкий боевой дробовик. Звук затененное. Что? Какая броня? Металлическая броня. Так, это что такое? Патроны калибра. Заряд плазмы, пожалуйста. Ядерный блок. Патроны калибра. Ну, у него здесь много чего есть, ребят, на самом деле. Ну, такой трешачок, конечно, но, тем не менее, потрогать это можно поюзать. Там лампочки вон всякие, смотрите. Лампочка, лампочка. То есть, кастрюлька, ментаты, психо, телефон я еще взял случайно. Пес, спокойно, не скули. Бери, что ты хочешь, Брэндис. Если хочешь спать, там есть кровать в углу. А давайте проверим, можно ли взять его броню, ребята. Ради интереса. Очень интересно. Не хочешь вернуться в братство, останешься здесь один, дед. Ибо нехер кидать своих, Брэндис. Особый комплект для выживания, вот оно. What the fuck? Он кинул братство, ребята. Сука! Такого лица я еще не видел. Прошу прощения, ребят. Я думаю, он был неправ. Я думаю, он был неправ.
И ему не нужна вот эта броня. А мне она нужна, а ему нет. Потому что он был неправ. Правильно, ребята? Не, ну согласитесь, был неправ. Смотрите, какая у него форма офицера братства стали. Вот эту мы форму выкинем. Вот. Вот, ребята. Я про то же вам говорю, но он вообще был неправ, если честно. Так, броня синтов. Так. Где-то мы еще в плюс можем уйти? Вот, радиация и защита. Так, вот это выкинем. Вот это выкинем. Все для правой ноги, посмотрите. Все у нас для правой брони. Ноги классные. Ай-яй-яй-яй-яй. Во. Правой руки. Вот это мне нравится. Вот, теперь эпик щит, посмотрите. Теперь нормальные мы снаряжены с вами, ребята. Просто нормалидзе, как мне кажется. Одежда, предметы. Мне не нравится мой противогаз, ребята. Отвратительный, по-моему, но тем не менее. Зато посмотрите, ребята, какую мы оружку с вами выбили. Охотничий валик. Там звездочка. А, пистолет Келлога, праведный властелин. А, это тоже не то. Это не то, тоже не то, что нам нужно. Особый комплект. Вот это реально особый комплект для выживания. Вот это пилюлечка. Вот это я понимаю. Так, хорошо. А, криомина. Крышка мина. Осколочная граната. Нам бы распродаться и починиться, ребята, сейчас. У нас большие проблемы с вами с перегрузом. Давайте отсортируем. Нужно еще выкидывать, ребята. Ох. Нужно все это отсортировать. Собачий ошейник. Это мне не нужно. Броня синтов. Но это дорогая штука. Короче, идем, ребята, на базу. Забираемся, ядерный блок вставляем. Черные доспехи мне вот эти довольно нравятся. Они довольно приятные. Со шлемом я что-нибудь придумаю. Так, наша задача сейчас. Предметы, карта. Ребята, эпичнейшая серия получилась у нас сегодня. Мы с вами очень много плюшек, ребята, получили. У вас слишком много вещей, быстрое перемещение невозможно. Ах, какие хитрецы. Ладно, хорошо. Я даже не знаю, что, блин, оставить, что нет. А, плазменный пистолет, это все нужно. Собака же есть, маленький. Маленький, постоянно забываю, ребята. Хорошо, что это. Хорошо, что есть собака, ребята. А, во-первых. Жалко, здесь нельзя сортировать. А вот есть, можно сортировать, Зен. Угу. Вот. Пусковую установку мы, во-первых, в собаку засунем. Давай, обмен. Давай, маленький. Мои предметы, я все у него взял, да? Я понял. Сохраняем. Сортируем. Пусковую установку. Так, импульсную гранату, криомину. Это оставляем. Форма охотника. В собаку. Пистолет Келлога, плазменный кит-пистолет. В собаку. Это оставим пилюльку. Хламотрон. Карабин оставим. Тесак. Сюда. Сюда. Разводной ключ. Сюда. Все в собаку, ребята. Братство стали. Праведный властелин. Праведный властелин в собаку. Криолятор в собаку. Охотничий валик в собаку. Все это, ребята, в собаку. Потом разберемся чуть-чуть тактическими в собаку. Вот это да, вот это я понимаю, ребята. Вот это уже мы вес освободили. Все, теперь можно идти и двигаться дальше. Военная электросхема, выключенный аварийный передатчик. А, голозапись. Ну и паладин остается у нас здесь. Размышлять о жизни, как говорится, правильно? Ну нефиг было кидать братство, ребята, правильно? Мне кажется, я правильно все сделал. То есть, что за фигня, блин, вообще в братство не вернусь, говорит. Братство посылает, значит, такую разведоперацию мы делаем, ребята. Информация пропавшая. Доложиться капитану Келсу. Вот, мы доложимся, да. А,
Но пойдем в санчуарий сейчас, ребята, починимся, там разберемся, докладывать уже будем потом. Эпичные приключения, ребята, на самом деле. Миссия просто 10 из 10. Спасибо вам, ребята, огромное за лайк. Старался, ребята, старался пройти эту миссию именно. Вот, получился у нас час, ребята, целый. Я надеюсь, вы это цените. Очень много времени уходит на съемки Fallout, но тем не менее, спасибо вам огромное, да. Так, давайте вот сюда сейчас поставим, сейчас быстро починюсь, ребята. И надо будет уже закругляться сегодняшней серией и продолжать дальше. Какие у вас предположения, ребята, обязательно напишите по поводу миссий, с которой у нас возникли проблемы. Где можно? Так, а что это оно? Где можно найти вот эту штуку, которую нам нужно найти? Как нам найти теперь новый след? Вот. Миссии у нас получились эпичненькие сегодня. Конкретно вот эти пушки, смотрите, всякие с вами поотжимали. Довольно благоприятные, как мне кажется. Да, еще раз всем спасибо за просмотр, за лайк. С вами был Шиморо. Мы увидимся на следующем видео. Всем пока!